Котласе после вмешательства межрайонного прокурора были восстановлены права труженика тыла. Котласской межрайонной прокуратурой в защиту прав 92-летнего жителя города Котласа в суд было направлено исковое заявление об установлении факта работы в тылу в период Великой Отечественной войны. Установлено, что гражданин осуществлял трудовую деятельность в тылу в период Великой Отечественной войны, а именно в одном из колхозов Ленского района Архангельской области. Период его трудовой деятельности с 1 июня по 31 августа 1942 года, с 1 июня по 31 августа 1943 года и с 1 июня 1944 года по 31 августа 1944 года не вошел в общий трудовой стаж. После обращения в суд исковые требования межрайонного прокурора были удовлетворены в полном объеме, и стаж работы в тылу включен в страховой стаж гражданина.